Всем привет, дорогие друзья! Сегодня мы с вами нарисуем маршмеллоу. Меня он очень заинтересовал как персонаж, и поэтому я его решил сделать. Видео создано при поддержке группы ВКонтакте «Люблю рисовать», ссылка в описании. Для начала мы заранее на прозрачном пластике, на котором будем рисовать главного героя, делаем контуры карандашом, чтобы нам не ошибиться с пропорциями. Рисовал все на глаз, сегодня, ребята, обойдемся без трафаретов, уж извините. Покрываем акрилом по стеклу белого цвета, таким образом заливаем всю фигурку. На моем канале уже есть видео подобного плана, там я делал Fallout Boy и рисовал его баллончиком при помощи трафарета. Сейчас появится подсказка с этим роликом, кому интересно, заходите, смотрите. Ну а здесь мы используем акрил, им легко можно пользоваться в домашних условиях, так как он не создает едких запахов. Слушаем музончик, музыка, кстати, не его, не хочу, чтобы на ролик прилетели авторские права. Далее наносим черным акрилом очертания маски главного героя, улыбку, глаза, прорабатываем все детали, самое главное, чтобы выглядел персонаж реалистично. Поэтому не забываем про складочки на одежде, тени собственные падающие. Пока я дорисовываю маршмеллоу, послушайте музончик. Не все же время мне трындеть. А это опять я. Думали, хоть отдохнем от этого громкоговорителя, а не тут-то было. Кстати, видели, у него концерт был в Fortnite. Вот это бомбовая затея, если честно, ребятки. Все, немного помолчу. Вот такой вот вышел персонажик, но не спешите выключать, это еще далеко не все, нам нужен фон. И я был бы не я, если я просто нарисовал бы фигуру, и все, это неинтересно. А пока что делаем фон. Чертим линию горизонта, рисуем имитацию силуэтов толпы, танцующую под музыку главного героя, рисуем лучи прожектора, направленные в небо, рисуем все на развороте прозрачного пластика. На примере рисунков акрилом по стеклу. Примеров таких рисунков есть несколько на моем канале. Посмотрите, если интересно. Примеряем, как это все смотрится. Добавляем линии дороги. Дорога уходит у нас к линии горизонта, поэтому сужается. Создаем некую перспективу. Добиваем ночное небо. Можно набрызгать белой краской звездочек. Дорабатываем детали, исправляем косяки, которых понаделали немало. Hey.
и фон готов. Так можно и в тренды Ютуба попасть. Внимание, раскаленный нож против маршмеллоу. Где мой скотч и лава? А может, ментос в колу запихнем? Или сделаем слайм из спиннера? Хотя можно и мимасики вслух почитать, вдруг читать кто-то не умеет. Простите, бомбануло. А по сути просто нагреваем нож и вырезаем фигурки по контуру, ибо пластик обрезать можно только так. Другие способы меня не устраивают. Обводим ножом с двух сторон и выколупливаем маршмеллоу из пластика. Потом наклеиваем его к нашему фону и монтируем в подставку. И вуаля! Теперь маршмеллоу радует нас на столе своим видом и, конечно же, своей музыкой. Всем спасибо за просмотр, за то, что следите за моим творчеством. Значит, не зря создал канал, если это кому-то не безразлично. Всем удачи, всем пока! Yeah.